Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые зрители нашего сегодняшнего эфира. Буквально несколько часов назад мы с вами встречались и начинали нашу серию лекций, посвященных методическим практикам по работе с молодежью в области краеведения. И вот сегодня мы продолжаем сейчас нашу серию лекций. На очереди у нас уроки, точнее, практики по ведению уроков краеведения и работы с молодежью в области преподавания истории региона от Калужской области. И долго не задерживая время начала нашей встречи, хотела бы представить нашего сегодняшнего лектора. Сегодня вместе с нами Елена Афанасьевна Морозова, учитель средней Горской средней общеобразовательной школы, учитель истории и обществознания. Здравствуйте еще раз, Елена Афанасьевна. Мы вас благодарим за то, что вы нашли время для нашей сегодняшней встречи. Я уверена, что ваши практики по работе со школьниками будут очень полезны нашим педагогам, которые нас сегодня смотрят и будут смотреть в дальнейшем. Собственно, хотела бы передать вам слово для начала нашей сегодняшней беседы. Добрый день, уважаемые коллеги, очень приятно снова пообщаться. Зовут меня, уже сказали, Морозова Елена Афанасьевна. Я учитель истории и обществознания муниципального казенного общеобразовательного учреждения Горская средняя общеобразовательная школа, Перемышльский район, Калужская область. Еще завуч по воспитательной работе. И я могу начинать лекцию. Да, конечно, презентацию можно включить. Я включаю презентацию. Итак, уважаемые коллеги, тема моего проекта, с которым я хочу поделиться, тема моей лекции – гражданско-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность на основе краеведения. Я хочу поделиться с вами опытом работы за последние 3 года по данной теме. Но это не значит, с самого начала, как только я пришла в школу, занимаюсь гражданско-патриотическим воспитанием, но сегодня за последние именно 3 года. Наверное, может быть, сразу кто-то задаст вопрос, почему вы продолжаете на протяжении стольких лет тему гражданско-патриотического воспитания. Все мы с вами знаем, что в настоящее время во всех сферах общественной жизни происходят очень большие изменения. И эти изменения требует новых подходов в системе образования. Да, меняются времена, меняются эпохи, меняются люди, но однако вечным остается стремление к добру, к любви, к свету, красоте и истине. И самое большое счастье для школы, для родителей, для учителей, чтобы мы вырастили здоровых, высоконравственных детей. Федеральные государственные образовательные стандарты требуют от нас, чтобы мы воспитали совершенно нового выпускника, который будет гордиться своим любимым селом, который будет в ситуации выбора сможет принять правильное решение самостоятельно, способен к сотрудничеству и который, конечно, будет любить свою маленькую родину, родное село, где он вырос, где он родился. Так бы нам, конечно, хотелось. Но, увы, к сожалению, реальность сегодняшнего дня далеко от действительности. В настоящее время в нашем обществе складывается огромное количество противоречий. Идет расслоение общества, идет давление молодежной субкультуры, которая, к сожалению, ориентирует наше молодое поколение на удовольствие и потребление. Нарастают межнациональные проблемы, фильмы, не очень хорошо, которые влияют на наше молодое поколение. Компьютерные игры, в которых победитель тот, кто больше жесток и изворотлив. На наших детей обрушивается огромный поток негативной информации, и, увы, к сожалению, роль России, ну, например, в Великой Отечественной войне, стараются всячески понизить. Поэтому достойно ответить на противоречия времени мы сможем, я считаю, только совместно с вами, учителя, родители. Исходя из вышесказанных противоречий, возникла проблема. Как же заинтересовать ребят? Как усилить мотивацию? Как усилить ответственность за результаты труда? И самым главным было для меня это увлечь, заразить детей исследовательскими работами, показать значимость
их деятельности в различных мероприятиях и вселить уверенность в своих силах, привлечь родителей, привлечь прабабушек к участию в школьных делах своего ребенка. Больше всего, конечно, в своей лекции я остановлюсь на третьем этапе, где происходила реализация основных направлений проекта. Итак, какова же цель? Открыть краеведческий музей и реализовывать инновационные формы и методы гражданско-патриотического воспитания через исследовательскую деятельность. Задачи проекта – сбор краеведческих находок для открытия краеведческого музея, открытие краеведческого музея, знакомство с историей и достопримечательностями Малой Родины, взаимодействие с родителями по привлечению детей к исследовательской деятельности, связанной с историей родного края, и реализация системы мероприятий, которая направлена на повышение уровня и развитие патриотических качеств. Работа над проектом включала три этапа. Первый этап – это планирование, второй этап – диагностика, и третий этап – это реализация основного содержания планируемой деятельности. Остановлюсь кратко на первых двух этапах. Итак, первый этап – это планирование. С чего и как началась наша работа? Мы пригласили в школу родителей, пригласили бабушек. Вначале это были классные часы, а потом в расширенном виде мы пригласили преподавателей и ребят. И предложили им заняться исследовательскими проектами. Разбились мы на три группы. Это среднее звено, младшее звено и старшее звено. Также на первом этапе мы обговорили, что будет начат сбор краеведческих находок для открытия музея. Каждый участник круглого стола высказал свою точку зрения о том, какие интересные темы они бы хотели взять для исследования, каково будет содержание этих тем, как будет проходить взаимодействие с коллегами. И также на первом этапе мы разработали диагностику. Итак, составили планы, утвердили, что мы будем делать, к чему мы будем идти, выбрали определенные темы и пришли к единому мнению, что большая часть наших работ будет связана именно с историей родного края. На втором этапе мы провели диагностику уровня сформированности у ребят гражданско-патриотических качеств, таких понятий, как щедрость, милосердие, справедливость, ответственность, честность и мужество. Диагностика была проведена в начале сентября 2017 года и потом в сентябре 2018 года. Причем мы проводили диагностику среди тех ребят, которые стали заниматься исследовательскими работами. И что же у нас получилось? У нас получилось, что те ребята, которые заинтересовались исследовательскими проектами, у них уровень сформированности гражданско-патриотических качеств, вы видите на нашей диаграмме, оказался немножечко, хоть немножечко, но тем не менее выше. Также на втором этапе мы провели социологический опрос среди жителей деревни. Было у нас задействовано 50 жителей нашего сельского поселения деревни Горки, и были предложены такие вопросы, что наши ребята работают над проектом гражданско-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность, и одна из задач – самых, может быть, главных, это открыть краеведческий музей. И были даны населению такие вопросы. Как вы считаете, будет ли интересно детям заниматься поиском информации по истории своей малой родины? Есть ли в вашей семье предметы старинного быта? Для чего они нужны? Остались ли в деревне настоящие деревенские умельцы, которые смогут передать свое мастерство? Хотелось бы вам, чтобы ваши дети научились мастерству рукоделия? И как вы считаете, возможно ли вообще создание в настоящее время еще краеведческого музея по предметам старинного быта. К чему же мы пришли? Итогом было то, что за открытие музея из 50 жителей опрошенных ответили положительно все. Ну вот на вопрос, остались ли в деревне настоящие умельцы, было большое сомнение. Положительно ответили только 10. Ну это и понятно, потому что действительно мастерство наших рукодельниц, увы, остается уже в далеком прошлом. Таким образом, диагностика, мониторинга, социологический опрос жителей поселения дали возможность правильно нам скорректировать направление работы, связанных с внедрением новых форм и методов по сохранению и возрождению народной культуры. Направление работы. Как мы работали? Направление работы нашей историко-краеведческой, экскурсионно-туристической, литературно-музыкальной, трудовой, семейной, гражданско-патриотической. Потому что я считаю,
что для того, чтобы действительно работать по проекту обширному, необходимы различные направления работы. И третий этап у нас был, это 2019-2020 год, где проходила реализация основных направлений работы. Это через акции, митинги, через создание видеофондов «Мои земляки, ветераны Великой Отечественной войны», участие в научно-исследовательских конференциях и, конечно, сбор краеведческих находок для краеведческого музея. Только ведя работу по разным направлениям, можно добиться хороших результатов. Мне хочется остановиться на третьем этапе, именно 2019-2020 год. Что нам удалось сделать? Потому что 2020 год – это год юбилейный, год 75-летия Победы. И когда мы собирались с ребятами, то мы сразу определили, что самое большое внимание в 2019-2020 особенно году мы будем уделять именно исследовательским работам. Конечно, не все у нас получалось сразу. Вот с 2018 года сначала ребята учились писать доклады, когда мы сказали им, что мы будем с вами писать исследовательские работы, конечно, не все сразу получилось, потому что в исследовательских работах очень много требований. Но, тем не менее, когда ребята научились писать доклады, это тоже была не бесполезная работа, эти ребята получили первые навыки, и таким образом уже условия для написания исследовательских работ у нас были подготовлены. Ну а подтолкнуло нас еще к более кропотливой работе с исследовательскими проектами, это, конечно же, федеральные образовательные стандарты, так как я учитель истории, и новые стандарты от нас требуют, чтобы учитель выступал именно в роли консультанта. Много было у нас ошибок, конечно, но, тем не менее, для себя мы выработали алгоритм написания исследовательских работ. Многие занимаются исследовательскими работами, но мы делимся, я делюсь то, что получилось у нас. Обязательно в каждой исследовательской работе, я ни в коем случае, конечно, не учу, но что получилось у нас? Обязательно в каждой исследовательской работе должно быть обоснование актуальности выбранной темы. Может быть, кто-то еще займется исследовательскими работами. Обязательно в каждой работе должна быть поставлена цель и задача исследования. Должна быть поставлена гипотеза. Хотя насчет гипотезы, вот в свете последних поступлений мы с ребятами выступали на научно-практических конференциях, не очень много ребят получается с гипотезами, но тем не менее мы гипотезы в исследовательских работах тоже пытаемся ставить. Затем обязательно в исследовательской работе определение объекта, предмета исследования, обязательно выбор метода, то есть методика проведения исследовательской работы, описание процесса исследования. Самым сложным, наверное, для ребят является историография, то есть сделать обзор изучаемой литературы по данной исследовательской работе. Обязательно нужно указать в исследовательской работе новизну, личностный вклад автора и не забывать, конечно, о подведении итогов. Как проходит у нас подведение итогов? Итак, мы собрали информацию, ребята написали исследовательские работы, и обязательно нужен результат, чтобы каждый ребенок прочувствовал, к чему он пришел, чего он добился. Как происходит это у нас? Как происходит это у нас? Значит, мы проводим, ну вот вы видите на экране, мы занимались поисковой работой. У нас, к сожалению, осталось очень мало фронтовиков, но тем не менее, то, что получилось, то получилось. Итак, значит, презентация у нас обязательно должна быть. Какие основные мотивы учащихся заняться исследовательской работой? Это прежде всего интерес, как рассказывают живые очевидцы, желание углубить знания, расширить кругозор, удовлетвориться процессом работы и желание самоутвердиться и, конечно, получить награду. Занятие научно-исследовательской деятельности – это хорошая стартовая площадка для тех, которые ребята планируют учиться в высших учебных заведениях. Все наши исследовательские работы, они связаны с историей родного края. Почему мы выбрали именно с историей родного края? Потому что любая судьба, она неразрывно связана с судьбой страны, с близкой нам российской истории. Поэтому главной целью работы учащихся должна стать задача проследить эту связь через судьбы живых свидетелей и участников исторических событий. И чтобы все это было, конечно, зафиксировано. Ребята написали много исследовательских работ, мои родные земляки, участники комсомольского движения, горки моя родина, таких людей земля держится.
и другие. Самым ценным в исследовательской работе это, конечно, беседы с очевидцами тех далеких событий. Вначале у ребят не получалось ставить вопросы, но с течением времени они поняли, что от них требуют, и научились ставить вопросы. Значит, что мы сделали в канун 75-летия Великой Победы? Значит, собрать воедино материал о наших земляках. У нас на территории нашего горского сельского поселения всего остался один ветеран Великой Отечественной войны, но когда мы начали собирать эти материалы, еще были живы ветераны, и нам удалось записать видеофонд живых воспоминаний, встретиться с родственниками ветеранов. Нам удалось с ребятами поработать, вот мы пошли в наш районный архив газеты нашей, и нашли там письма, фотографии, и также поработали в нашем, это уже со старшеклассниками, в архиве документов новейшей истории Калужской области, где нашли письма наших ветеранов и наградные листы наших земляков. Итогом нашей работы стало то, что мы оформили школьный фотоальбом «Наши ветераны-земляки». Также мы решили собрать материал о тружениках тыла. К сожалению, это поколение бабушек, дедушек, которые тоже от нас уходят. Мы встретились с теми, кто восстанавливал, кто трудился в тылу, и также записали их воспоминания. И встретились с малолетними узниками. На территории нашего сельского поселения осталось живых всего только двое малолетних узников. Подводим итог своим исследовательским работам. Первым этапом мы проводим конференции в школе. Это мы, юные исследователи, где ребята, это первая ступенька, где они учатся защищать свои проекты. Вторым этапом является, это уже районный уровень, где отбираем лучшие работы, и ребята защищают свои работы на районных конференциях. Третий этап, это уже научно-практические конференции, которые проходят в нашей области. Это научно-практическая конференция в городе Кирове, 2018 год. И в таких научно-практических конференциях ежегодно принимаем участие наших региональных. Это областные краеведческие чтения Александра Дмитриевича Дюдина и научно-практическая конференция «Молодость науки памяти Александра Леонидовича Чижевского». И четвертая ступенька – это всероссийские конференции «Гордость Родины. Уклад величия России». Конечно, гражданско-патриотическое воспитание не строится только через одну исследовательскую работу. Я уже говорила вначале, что она проходит по разным направлениям, через различные митинги, через акции. Ежегодно в сентябре 2018 год особенно был юбилейным для нашей Калужской области, и мы проводили митинги, и ежегодно проводим, у нас начинается учебный год, 1 сентября, 17 сентября мы уже с ребятами проводим митинг «Славься, Калужская земля», которая посвящена освобождению нашей калужской родной земли от немецких фашистских захватчиков. Наша калужская земля обильно полита кровью, и ребята готовят выступления о тех сражениях, которые проходили, например, там на Ильинских рубежах, Зайцеве, горе, безымянной высоте. В октябре обязательно проводим мероприятие, которое посвящено дню рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Хотя в настоящее время уже такой организации нет, но есть РСМ, поэтому приглашаем представителей старшего поколения, которые рассказывают о том, что было. Не менее важным направлением являются, вот особенно в настоящее время, три последних года мы участвуем ежегодно в квест-игре «Поезд Богородицы». Это тоже для нас важное направление, потому что на территории нашей Калужской области проходили важные исторические события. Это свержение монголо-татарского ига. «Граждане России» акция «Парка героя». Ребята берут себе интересного, знаменитого человека своего края, своего региона, пишут исследовательскую работу и затем представляют защиту материала. 18-й год был юбилейный для района нашего, это 50-летие, раздавали вот жители нашего сельского поселения такие красные, красивые красочные шары. Очень тесно мы сотрудничаем с сельской библиотекой, и в библиотеке мы проводим встречу со старожилами села, которые рассказывают о том, что было, особенно интересно послушать, конечно, старшее поколение тружеников тыла. И ребята принимали участие в творческих конкурсах «О малой родине с любовью». В этом крае я живу, этот край я славлю. Тесно сотрудничаем с территориальной избирательной комиссией. Проводим неделю молодого избирателя, участвуем в интеллектуальных играх. И, конечно, это наши уроки мужества. С ребятами мы проводили большую интеллектуальную игру, посвященную 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, которая проходила три этапа и
очень понравилась эта игра, потому что на третьем этапе ребята ходили к жителям нашего сельского поселения, рассказывали о снятии блокады Ленинграда и вручали жителям сельского поселения по 125 блокадных грамм. Уроки мужества. Это «Наша страшная Родина». Мы проводили урок по Сталинградской битве. Хотелось бы остановиться вот еще на таком важном мероприятии. Наши ребята, к сожалению, очень мало знают об участниках локальных войн. Это чеченская война, это война в Сирии, война в Афганистане. И мы также собирали материал. Хотелось бы, конечно, побеседовать с самими ребятами, но мы сходили к родителям, и вот родители рассказывали о своих сыновьях. Это, конечно, очень трогательно. Мы тоже собрали материал. И акция «Бессмертный батальон». Это ребята рассказывали в школе на уроках мужества о тех ребятах, афганцах, которые участвовали в Лужанах именно в афганской войне. Ну, на День защитника Отечества обязательно концерт. У нас в школе создана детская организация «Юной России». И, конечно, с прошлого года дорога в российское движение школьников. Мы ребятам уже повязывали галстуки российского триколора. Обязательным, на мой взгляд, является гражданско-патриотическое воспитание, это экскурсионные поездки, потому что невозможно, наверное, без экскурсии, чтобы ребята воочию увидели, убедились и побывали в музеях. Мы побывали на Зайцевой горе, побывали в городе Туле, Герой, и посетили диораму «Великое стояние» в Угре и Брянская поляна. И, конечно, приобщение детей обязательно нужно через традиции. Мы проводим праздник «Широкая масленица». Это и акция «Помощь пожилым людям», которая, фото вы видите на экране, это 2018 год. Расчищаем снег у памятника. И это уже новые фотографии. Акция «Победа. Свеча памяти», посвященная Великой Победе. И акция «Бессмертный полк». Что было самым важным результатом в нашей работе? Мы не замыкаемся в рамках, свои работы мы все публикуем, все наши материалы опубликованы в материалах научно-практических конференций. Каковы же результаты работы? По опросам родителей, учащихся и педагогов, степень удовлетворенности участникам проектов гражданско-патриотического воспитания достаточно высокая. Увеличилось количество победителей, призеров. И самое главное, что у нас открыт краеведческий музей, то, к чему так мы стремились. Конечно, время ушло, и нам хотелось, чтобы ребята прикоснулись, вот к истокам сами посмотрели и увидели, как раньше в старину жили их прабабушки, их прадедушки. Он открыт наш музей в 2019 году, и мы проводим экскурсии, и не только учителя проводят экскурсии, но экскурсии проводят уже сами дети, проводят мастер-классы, бабушки нам помогают, конечно, проводить мастер-классы, мы проводим экскурсии также для детей детского сада, вот у нас самый маленький в нашем краеведческом музее, ну и, конечно, наше старшее поколение, потому что это действительно кладезь мудрости, народного творчества. Они с удовольствием посещают нашу избу, участвуют в проектах, передавая свой опыт, потому что их опыт действительно востребован. Наш музей – это не просто парадная комната какая-то, где мы просто демонстрируем. Наш музей, он работает, и мы именно проводим вот мастер-классы, в частности, мастер-классы «Как прясть пряжу». И таким образом наш музей становится центром воспитания патриотизма, гордости за национальное и культурное богатство и центром социализации детей. Ребенок учится усваивать опыт общественной жизни, культуру общественных отношений, необходимых для сотрудничества с другими людьми. И в ходе такой деятельности создаются условия для воспитания патриотических чувств и успешной социализации обучающихся. И я надеюсь, что это позволит поднять на более новый практический уровень, просветительскую и пропагандистскую работу всех заинтересованных организаций по сохранению народных традиций. И сейчас вот это как раз мастер-класс «Придение пряжи» в нашем музее. Мы в себе не замыкаемся. У нас в гостях бывают учителя нашего района, где мы проводим гости. Вот у нас депутат Государственной Думы был в гостях, Геннадий Иванович Скляр. И делимся опытом своей работы на семинарах пока районного уровня со своими коллегами. Теперь бы мне хотелось, Алина Комарадовна, у нас времени осталось мало, чтобы немножечко все-таки вы включили видео нашего музея. Я немножечко расскажу. Прошу. Да, конечно. Можете, пожалуйста, завершить демонстрацию экрана пока? Так, остановить. Угу.
Я остановилась. Все хорошо, видео идет. Не вижу. Оно в эфире идет, не в зуме. А, оно в эфире идет, оно не в зуме. Хорошо. Ну, передо мной нет. Вот это то, что нам удалось. Значит, центральная экспозиция нет. Центральная экспозиция нашего музея – это русская народная печь. К сожалению, ребята, даже когда мы привели маленьких ребят в музей, они даже немножечко были в таком и в восторге, и в непонимании печка, потому что даже в сельской местности уже не осталось русских печей. Одна из экспозиций нашего музея – это старинная русская одежда, это фальшивые рубашки, это панёвы. Также вы видите в нашем музее красный угол, который есть в каждой избе. Наш приреческий уголок – это маленькая деревенская изба. Есть прялка, есть кровать, есть предметы народного быта, это различные кузовки, это лапти, все принадлежности, которые были нужны в крестьянской избе. Поэтому милости просим, может быть, кого-то заинтересует, приезжайте к нам с ребятами, мы угостим пирожками, проведем обязательно интересную экскурсию в нашем музее. У меня еще есть немножечко времени, да, и чтобы каков же самый главный результат нашей работы. Я уже сказала, что вот есть заинтересованность. На данный момент самое главное, чего нам удалось добиться, это заинтересовать ребят. Потому что все, с чего началось, это началось с исследовательских работ. Началось с исследовательских работ, а потом уже пришли к тому, что мы создадим этот краеведческий наш маленький музей. И еще, наверное, вы мне зададите вопрос, ну, создали вы музей, а в дальнейшем вы будете продолжать работу. Я, наверное, вас опережу и сама скажу. Да, уже у нас есть... выделили нам дополнительную рекреацию для того, чтобы там была организована, как продолжение нашего краеведческого музея, чтобы была организована мастерская народных ремесел. Мы планируем привлечь и именно вести мастер-классы, как действительно, чтобы они почувствовали, как нужно прясть пряжу, как резьба по дереву, у нас очень хорошие встречи по дереву, и мы планируем это дальше продолжать. Ну, конечным результатом всех наших мер, что должно знать? Конечно, повышение уровня патриотического воспитания, повышение социальной активности, уровня социализации наших детей, подъем вообще всей духовной, правовой культуры и, конечно, минимизировать негативные проявления в молодежной среде. Ну, постараться хотя бы минимизировать. Спасибо большое. Может быть, я очень быстро говорила, но, тем не менее, спасибо за терпение, кто выслушал. На этом мое время истекло. Осталось 2 минуты, поэтому я жду вопросы. Спасибо большое, Елена Афанасьевна. Действительно, не каждая школа имеет свой краеведческий такой музей и, в принципе, возможность на практике знакомить ребят с краеведением, то есть не только на уроках рассказывать, но и показывать, вот как вы говорите, в будущем о проведении мастер-классов. Расскажите, пожалуйста, хотелось бы просто уточнить, будет ли возможность у школьников из других школ посещать ваш музей? Может быть, смогли бы вводить экскурсии, просто вот есть ли такая возможность или это исключительно для ваших ребят? Нет, это, к сожалению, вот хотелось бы нам, конечно, пока мы делимся опытом только с ребятами нашего района, которые к нам приезжают, но в дальнейшем вот мы работаем над тем, чтобы открыть мастерскую народных ремесел и для того, чтобы у нас уже помещение было побольше, и, конечно, принять участников из других регионов. Поэтому мы информацию по музею мы выкладываем на сайте нашей школы, мы напишем обязательно дни работы, и если кто-то заинтересуется привести ребят, мы очень будем рады, информация есть, пусть свяжутся тогда со мной или с сайтом нашей школы, и нет проблем, мы проведем замечательную экскурсию, милости просим, мы будем очень рады. Да, и очень надеемся, что сегодняшняя наша встреча и ваш опыт открытия такого музея тоже позволит масштабировать идею, и, возможно, кто-то, кто находится далеко, не приедет в ваш музей, но решит заняться такой деятельностью и открыть, возможно, такие мастерские уже в своем образовательном учреждении. Спасибо большое, Елена Афанасьевна, за очень интересный опыт, интересную практику работы со школьниками. Действительно, вот буквально сегодня в первой лекции с Дарьей Дмитриевной мы обсуждали, что
для нее, как для педагога, очень важен опыт именно вовлечения в деятельность такую исследовательскую, в практическую деятельность школьников, студентов, то есть саму молодежь. И вот буквально уже на следующей лекции мы получили такой отличный опыт именно привлечения ребят непосредственно к самой реализации проекта. За это вам большое спасибо. Я уверена, что такой опыт будет полезен не только для учителей школы, но и для педагогов высшего образования. Поэтому я уверена, что лекцию посмотрят педагоги со всей страны, как высшей школы, так и средние общеобразовательных учреждений. Да. Спасибо большое. Да, я думаю, что мы хотели бы что-то сказать, да, добавить? Я одну секунду только. Я хочу сказать вам огромное спасибо за тот конкурс, который провели, за возможность выступить, рассказать то, что есть в душе, поделиться чем-то. И хочу сказать огромное спасибо за поддержку, конечно, родителей, за поддержку всех моих коллег, директора школы, то, что они не оставляют, и вместе работа вот такая у нас идет. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вам огромное спасибо. Большое спасибо. Да, я уверена, что взаимодействие с руководством школы – это тоже очень большая работа, это очень важно в реализации вот таких проектов и идей педагогов. Поэтому передаем большой привет вашему образовательному учреждению, говорим еще раз всем спасибо и до скорых встреч. Уже завтра мы встретимся вновь, у нас пройдет еще две лекции. Обязательно смотрите нас либо в прямом эфире, либо в записи. Большое спасибо. До свидания.